И снова здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать всех подписчиков, гостей своего канала. Сегодня я хочу вам показать очень простой, несложный рецепт. Видим по продуктам, что их будет очень мало. Блюдо это называется казан-кебаб. Казан-кебаб готовится из разных сортов мяса. Ну, сегодня мы будем готовить из свинины. Свиные ребрышки будут и мясо на кости. В первую очередь, что мы сделаем? Мы отправим наш картофель жариться в казан. Пойдемте к казану. Казан у нас прогрелся. Отправляем сюда литр подсолнечного масла. Прошло у нас 2 минуты, мы отправляем в самом начале картофель в раскаленное масло. Картошка сухая, поэтому она у нас и не шипит. Картофеля у нас примерно 2 килограмма. Достаточно его будет. Теперь пойдем заниматься мясом. Пока жарится наш картофель, мы займемся приготовлением мяса. Для сегодняшнего блюда будем использовать вот такие замечательные ребрышки. Нарезаем их по одному ребру. Тоже примерно 2 килограмма. То есть картофель и мясо берется один к одному. 2 килограмма картофеля, 2 килограмма мяса. Итак, мясо мы нарезали. По приправам что мы будем использовать? Смесь перцев, черный перец, зира, лучок и соль. Все, очень простой набор специй. Пока картофель жарится, немножко мяса подмаринуем. Добавим смесь перцев, добавим черный молотый перец, примерно чайная ложка. Также примерно чайная ложка зиры. Разотрем ее в ладонях, чтобы открылся аромат. И немножечко присолим. Друзья, прошло у нас минут 10. Картофель у нас приобрел вот такой вот золотистый цвет. Он не готов, но нам пока и не нужна его готовность. Мы его убираем. То есть мы его пока просто обжарили. Так, теперь нам нужно сразу его подсолить и приправки добавить. Добавим смесь перцев. Добавим солечку. Все, и теперь идем заниматься обжаркой нашего мяса. Мясо тоже будем обжаривать частями. Начнем со стейков. Так. Ну что, вот такое золотистое мяско у нас получилось. Оно тоже еще не полностью готово. Но мы его пока просто обжариваем, потом продолжим приготовление. И отправляем вторую партию наших ребрышек. Так, ребрышки наши тоже получились золотистого цвета. Пока мы их уберем из казана. Так, отлично. Теперь нам нужно убрать лишнее масло из казана. Итак, масло мы оставили примерно грамм 100. Отправляем жариться сюда лук. Ну что, лучок у нас имеет золотистый цвет. Теперь можно добавлять сюда обратно мясо. Все перемешаем. Отлично. Теперь будем выкладывать картофель.
Теперь уменьшаем огонь и будем добавлять немножко воды. Накрываем крышкой и ждем минут 50. Итак, друзья, прошло у нас 50 минут. Посмотрим, что у нас тут получилось. А получилось просто бомба. Вода вся испарилась. Казан-кебаб из свинины готов. Вот такое красивое блюдо у нас получилось. Очень простое блюдо. Вы видели по специям и по ингредиентам. Все очень просто и быстро. Теперь нам нужно попробовать, что получилось. Мясо тоже видно мягкое. Все очень вкусно. Сказать тут нечего. Все просто, все очень получается вкусно. Мясо мягкое и сочное, картофель мягкий. Пробуйте, повторяйте такой же рецепт. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания.